Юлиан ван Стрейк родился в 1632 году в Амстердаме. Он подбирал для сюжетов своих многообразных натюрмортов украшенные перьями шлемы, книги, письма, музыкальные инструменты и другие аналогичные вещи, очень часто череп или что-либо такое, что напоминало бы о бренности человеческой жизни. Он располагал эти предметы с таким вкусом, что они оказывали на зрителей большое воздействие. Свет и тени передавал он необычайно ощутимо и писал их в столь виртуозной манере, что они могли соперничать с самой натурой. Помимо этого, он писал также прекрасные портреты. Умер Юлиан ван Стрейк в Амстердаме. Из слов Хоубракена видно, что известность картин Юлиана ван Стрейка создавала отличающая их необыкновенная пластическая осязательность, почти полная иллюзия объемности предметов, которую художник достигал при помощи точной передачи светотени и фактуры предметов. Суета-сует, находящаяся в Москве в Государственном музее имени Пушкина, единственная его дошедшая до наших дней картина такого типа. Мастер избрал для себя задачу с максимальной точностью передать характер поверхности каждой вещи. Потому и в натуральную группу подобрал предметы с различной фактурой – бумага, металл, кость, страусовый перь. Свисающий со стола рисунок с портретом молодого человека, возможно, самого художника, и страницы книги с переводом «Электры Софокла» изображены здесь с иллюзорной достоверностью. Загнувшиеся края рисунка и листов книги приводят к мысли о чете занятий искусством и литературой. На бренность земной славы в жизни человека указывают размещающиеся рядом с черепом меч и шлем с роскошным султаном и страусовых перьев. Нетленна лишь вечная жизнь души, что символизирует хлебные колоски, обвивающие череп. Согласно словам Христа, «Я есть хлеб жизни». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 48. И в московской картине «Суета-сует», и в известных роскошных натюрмортах Юлиана ван Стрейка из музея Байманса ван Бёнингена в Роттердаме, муниципального музея Телакенхал в Лейдене и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве их автор смело противопоставляет светлые и темные плоскости, не боится решительных и резких контрастов, но не достигает того органического единства света и цвета, той монументальной тектоники построения композиции, которыми так пленяет нас мир образов Кауфа.
Даже в тех случаях, когда мастер дает более интимную домашнюю сервировку стола, стремление Стрега следовать большому стилю парадных натюрмортов Кауфа сообщает его произведениям зрелищно-показательный характер. Нарочитая демонстрация видна и в расположении предметов, и в их освещении, похожем на свет рампы. И даже в появлении санкт-петербургской картины занавеса, размещенного не позади натюрмортной группы, как у Кауфа, а непосредственно перед ней.